Всем-всем добрый день, дорогие друзья! Я очень рада, что вы нашли свободную минутку и заглянули ко мне. Приветствую всех, кто хочет продолжать общение на родном языке. Сегодня у нас очередная неделя. Вы будете смотреть это видео в пятницу. И я подготовила для вас очень особый выпуск сегодня. Какой же выпуск у нас будет? По возможности, я всегда стараюсь включить в мои видео наибольшее количество информации из того, что я увидела, чтобы сделать их именно полезными для вас. И сейчас по всему миру наступает пора праздников. Вокруг я вижу огромное количество идей, которыми бы я хотела с вами поделиться, обсудить. Уже начала оформлять видео, именно посвященное праздничному столу. И я думаю, что, скорее всего, оно выйдет на следующей неделе. Но сегодня у нас с вами будет небольшой творческий перерыв. Для вас я оформила в видео новую песню, которую написал Олег Миляев на стихи моей подруги Татьяны Зотовой. И в этом видео я также приготовила для вас небольшую подборку их совместного творчества. Немножко про Татьяну. Мои старые зрители ее очень хорошо знают, но для новых зрителей Татьяна Зотова у нас женщина особая. Она женщина вот именно с героической судьбой. Моя однокурсница, врач по образованию, она проработала более 20 лет и стала квалифицированным невропатологом, но должна была уйти на преждевременную пенсию по инвалидности. И в силу прогрессирующего генетического заболевания она сейчас у нас в инвалидной коляске. Что она делает в свободное время, кроме того, как она до сих пор на дому смотрит пациентов? Она публикующийся поэт, писатель. Еще она попробовала себя как художница, у нее прекрасно получается. И пусть у нашей Татьяны слабые ноги, слабые руки, необыкновенное сильное сердце и необыкновенный сильный дух, а также сердечная доброта, которой она со всеми нами хочет поделиться. Обещаю, что я обязательно вернусь к наиболее частым и запрашиваемым темам ведения домашнего хозяйства, организации праздников, гардероба, ухода за собой. Все это обязательно будет в будущем. Ну а сегодня я предлагаю вашей душе и сердцу немного теплоты. Итак, музыка и исполнение Олега Миляева на стихи моей подруги, прекрасной, сердечной и душевной Татьяны Зотовой. Приятного нам всем просмотра! Детство часто снится, тот, куда нельзя вернуться. В счастье светлые страницы раствориться, окунуться в том безоблачном пространстве. Все правдиво и понятно. Мир, как радуга прекрасный, убежал бы без оглядки. Там мечты о самом главном, доверяешь всем на свете, и с корабликом бумажным путешествуешь по рекам. Запас добы с позаранку и приветливые лица, теплыми руками мамы мне, как крыльями, укрыться. Двери души нараспашку, все друг другу ходят в гости. И по улицам не страшно побродить до поздней ночи. И мечты о звездных далях и космических ракетах, слово честное, как клятва, неразменная монета. Налегке с веселой песней, за романтикой туманов, по маршрутам неизвестным отправляешься с друзьями. Если дружбам, то навеки,
нерушимою порукой, и ни дня прожить не можешь без единственного друга. Быстро время пролетело, унеслось за синие птицы. Далеко мой город детства, и назад не возвратиться. И не мне шумят вдогонку тополя аллеи школьной, только память кинопленкой душу бередит невольно и уводит по тропинкам. Там забвение не властно, там на старых фотоснимках непридуманное счастье. Детство, детство, лучший город из моих воспоминаний, бесконечно сердцу дорог на дороге расставаний. Детство часто снится. Заснеженным берегом, с тонкой свечою в окне, пальцем начертано бережно имя твое на стекле. Поутру странником ветреным веткой в окно постучусь, нежно снежинкой серебряной теплой ладони коснусь. Память нечаянно струны печальные нервно опять до утра теребит. Было ли, не было счастье заветное в дальних краях, затерялись пути. Лишь на мгновение прикосновение вьюги дыханием путая след, зимними тропами, яркими звездами, светом мечты дотянуться к тебе. Все же по-прежнему вертится шарик меж двух полюсов. Что-то весной переменится присно вовеки веков. Переживем неизбежное, срок расставаний истек. Если не гаснет по-прежнему в сердце живой огонек. Память нечаянно струны печальные нервно опять до утра теребит. Было ли, не было счастье заветное в дальних краях, затерялись пути. Лишь на мгновение прикосновение вьюги дыханием путая след, зимними тропами, яркими звездами, светом мечты дотянуться к тебе. Память нечаянно струны печальны нервно опять до утра теребит. Было ли, не было счастье заветное в дальних краях, затерялись пути. Память нечаянно струны печальны, память нечаянно струны печальны, память нечаянно струны печальны, память. Thank you.
кругом тьма скользит в ночи неспешно. Прожектором луна висит над миром грешным и освещает чей-то путь во тьме тревожной. Бессонницей в окно стучит неосторожно. Бессонницей в окно стучит неосторожно. Разбудит тени по углам из прежней жизни, напомнит вечные слова забытых истин, расшевелит в ночи глухой печали струны, души залечивая боль сонатой лунной, души залечивая боль сонатой лунной. Полнится бокал вином, пьянящим, стирая между прошлым грань и настоящим, закружит в вальсе школьный бал. Так безмятежно одна на всех висит луна над миром грешным. Одна на всех висит луна над миром грешным. Будь со мною, осень, не спеши, своим теплом побалуй. На прощанье от радости стань бальзамом для души и музой перед долгим расставанием. Еще немного, и краса твоя пройдет, природы круговерть неумолима. И золото берез тускнея опадет, и журавлей кося помашет клином. И золото берез тускнея опадет, и журавлей кося помашет клином. Листвой закружит бесприютный ветер, под ноги бросит сотканный ковер. Как жаль, что листья жгут, и только пепел твоей красе суровый приговор. Заплачет небо от осенней грусти, с тоской взирая на павший сад. Печаль его уж долго не отпустит, и лишь рябины яхонтом горят. Печаль его уж долго не отпустит, и лишь рябины яхонтом горят. Искажет
каждым утром все острее просим. Бодри прохлада льнет за воротник, но об одном прошу тебя я, осень, побудь еще со мной, не уходи. Но об одном прошу тебя я, осень, побудь еще со мной, не уходи. В жаре оставлю города, и раскаленные дома пусть тихо плавятся в асфальт, но без меня, но без меня. Обнять безудержный простор и в травы пряные упасть, чтоб запах полевых цветов и безмятежности вдыхать, и кожей впитывать в себя природы благостный настой, и все проблемы обнулять поступорожней головой, чтобы в бирюзовой чистоте парило небо в облаках, и в первозданной тишине порхала мотыльком душа, и чтобы времени река несла нас вместе, вопреки все непопутные ветра, разменивая сквозняки. Это замечательное стихотворение написала моя близкая подруга, бывшая однокурсница по медицинскому институту Татьяна Зотова. Одно из ее самых последних стихотворений. Под видео вы найдете ссылку на ее творчество. Татьяна сейчас у нас уже публикуется не только на интернете, но и в печати. Она у нас не только врач, но и писатель, поэт и также художник. И Татьяна у нас живет в Павлодаре, Казахстане. И судьба Татьяны – это еще одно доказательство, что, несмотря на то, какие карты вам выданы судьбой, ваш труд, талант и работа над собой могут открыть очень многое в каждом из нас. Спасибо вам за внимание!